Для урня, оказывается, кроме тех людей, которые даже в Астрахани не работают, включая студентов, которые пришли на Олимпиаду, вчера была Олимпиада по Астрахани, а не помню, во сколько там все параллельно, но на первом этаже по информатике студенты там были. Сколько их там было, я не знаю, не ходил, не смотрел, но были. Есть люди, которые, как бы это, поделикатнее выразиться, участвуют, скажем так, в сомнительных мероприятиях. Оказывается, вчера проводились в российском городах навальнистские собрания. Это не Навального собрание? Это как против коррупции митинги, а не за Навального. По поводу коррупции, право сказать, ну, правда. Был такой генерал-лейтенант Субашин, который, возглавлял сначала это называлось ПГУ, первое главное управление КГБ, а потом, когда КГБ расформировали, ПГУ выделилось, вот был внешний разведчик. Ну так вот, Хама Субашин возглавлял, что-то, по-моему, 3-4 года это ПГУ. Но кроме этого, он все знаменит своими афоризмами. Время от времени в интернете снова пробегает его афоризм. Вот один из афоризмов. Если в государстве нет коррупции, значит, это государство никому не нужно. То есть вам нравится, когда у вас воруют? Так вот, воруют везде. Но это ненормально. Даже если вспомнить Петра Первого, его любимец Меньшикова, который много сделал для российского государства, но тем не менее он время от времени получал батагами от Петра Первого. Как-то раз там Петр Первый кого-то хотел посадить за воровство. Ну и генеральному прокурору тогда кто-то по-другому маленько говорил, дал поручение. Кто-то ему сказал, государь, как же ты останешься? Мы все воруем. Так что поспокойнее относиться к этому. Конечно, надо взорвавшихся сажать. А как узнать так, тех, кто взорвался-то? Так вот, продолжаю. К вопросу об этих фриках, которые выступали. Давайте поднимем руки, кто вчера выступал. Вы там, наверное, поучаствовали вчера, да? Конечно, и не я один, а еще 1300 человек. Так вот, вы 91 год не видели в Москве, а я видел. И вы хотите еще раз? Не знаю, сколько безответственных людей приспособчиво было государство. А потом 90-е годы. Вы тоже этого не знаете, потом разделить уже. На заходе. Там, кстати, так говоря, в этом отношении хороший город. Во всех этих мероприятиях, то в 91-м году, там, то в позднюю, ну там, скажем так, фрики всегда бывали. Ну и в тонкие их некоторое количество можно пересчитать. Как посмотришь на эти фотографии, ну рожа. Откуда-то они берутся такие. Лазарева, например, да? Елена Геннадьевна Лазарева была на митинге вчера. И вы наши рожи теперь называете? А ведь мы ваши студенты. Вот какой у нас уложен. А Лазарева ваша коллега. Рода, выступление, конечно, один очень здоровый. Ну, слава богу, скажем, не губернатор, тогдашний, сейчас сенатором Крес. Вот, ну, лично я с ним так как мало сталкивался. А вот мой коллега, с ним на одной площадке был, несколько лет. Вот он очень критично к любой власти относится, мой коллега, как говорится. Вот. Так вот про этого губернатора он говорил. Так вот я точно могу сказать, кто у него. Ну, он пробыл у нас, ну, наверное, чуть ли не четверть века. В то время как в других губерниях, как говорится, вот сейчас про Жвачкина много вы знаете.
ни шуми, ни пыли, громких этих заявлений революционных не делают. Потому что у кормушки. Чем, чем незаметнее работал чином на РЭП, ну, в смысле, без таких громких заявлений, тем лучше. Каждый человек должен заниматься своим делом. Каждый студент должен заниматься своим делом. И преподаватель тоже заниматься своим делом. Рабочий тоже должен заниматься своим делом. Тогда у нас будут улицы чистые и все остальное. И образование хорошее. Ты посмотрел я фотографии про ростовские улицы. Я удивился, там что вообще на всероссийскую такую прессу редко попадает подобного рода улицы и ростовские. Я не узнал площадь эту. Она сейчас не это была с квадрокоптера. Похоже на это. Народа. Может быть, и вы, скажем так, узнаете. Так как вы молодые, как те, кто приехал, там немножко наверняка город изучали. Я тут теперь не шибко-то шатаю по городу. Где ты в центре? Почему я так говорю? Потому что обелиск стоит. И по правую сторону фотографии деревянные дома, которые именно в центральной части города стоят. А здание какое-то нового, так противоположное здание, я его не видел, поэтому я его не узнал. Единственное, так там вывеска. Ну, у меня крутится на языке азбука вкусов, но у нас этой азбуки вкуса нет, насколько я знаю, чип торговля. Но что-то такое вот перед азбукой, там нет азбуки, какой-то другой вкус стоит. Может быть, вы знаете это здание. Ну, посмотрел, но сотни две. 1300. Фотографии. Молодые ребятишки. Выскочили с этими громкими всякими лозунгами. Так, ребята, если вам хочется заработать. Это бесплатно было. Выбирайте себе способ зарабатывания. Хоть и говорят, деньги не пахнут. Пахнут еще как. Способ зарабатывания, за который вам потом, через 5, 10, 15 лет, не будет стыдно. Я сам пришел куда. За это никому не платили. Поэтому я перехожу к следующей теме.